на меня левой. Обратное действие, то есть у нас отсюда было бы, так сказать, и вход по левой руке, но для того, чтобы понять, какова будет геометрия, так сказать, да, вход, да, и раскрытие. Вот в этот момент происходит как раз пропускание и втягивание, так сказать, дальше, да, вот. Раз. Теперь вот отдельно смотришь здесь прям по прямой, так сказать, теперь они ничего, ты теперь ничего не делаешь. То есть идет, да, выход. Раз, два, три. Первое идет отражение. Если бы мы брали бы, да, здесь направление, да, действие, соответственно, да. И полю, и начинаем раскрываться уже в корпусе. То есть если еще пен, мы еще, естественно, по-другому никак. Мы все время связываем землю-небо. Соответственно, то уже по отведению, соответственно, идет раскрытие корпуса. Не рука уходит сюда, а уходит весь корпус. Весь корпус. И за счет того, что корпус начинает на отражении, на пропускании раскрываться влево, у тебя начинается выход правой стороны, правого кулака вправо. То есть вот различия, так сказать, вообще прям, ну они диаметральные просто по отношению к другим кулачным методам. То есть ты не сюда ведешь, так сказать, да, правую сторону с правым кулаком, а раскрываешься влево. И за счет этого у тебя, так сказать, да, естественно раскрывается правая часть и идет, так сказать, да, вектор усилий. Вверх, влево, так сказать, да, и от себя, соответственно, так сказать, со спины вперед. Да. Пен, дзи, пен, люй. Да. Вот он, так сказать, да, выход.